Всем доброго вечера еще раз. Это Анталия, это музей, это фигуры из песка. Сегодня 15 августа, 22 год. Уже стемнело и включили подсветку, поэтому приходится снимать снова по второму кругу. Тема песчаных фигур – это космос. Пытаюсь сделать вам почетче, что-то не получается пока. Здесь несколько фигур из старой коллекции, старого показа. Это Дарт Вейдер из Star Wars. Галилео со своими фантазийными рисунками, которые частично осуществились или дали толчок для развития космоса и полетов вообще. Валентина Терешкова, да, она здесь выглядит как монстр. Я оставлю без комментариев этот сюжет. Юрий Гагарин и его ракета, на которой он полетел в космос. Почему тут фигура не подсвечена? Странно. На ней Икар, который летит навстречу к Солнцу. А башня почему-то напоминает башню Галаты из Стамбула. Может, это тоже прототип какой-то. Это фигура из старого показа, старой коллекции. Здесь опять космос. Колумбия, астронавт вышел в открытый космос. Ну, это, я думаю, тоже Икар. Изображение торса с распростянутыми крыльями навстречу Солнцу. Космическая инсталляция Марс, марсоход, пейзаж Марса. Это сюжет из фильма «Интерстеллар». Ну и что хочу сказать, с подсветкой, конечно, фигуры не так видны. Больше видна красивая подсветка, чем то, что они подсвечивают. Здесь изображена медведица, большая и малая. Она, ну, вроде как это космос, и
форме медведей, на которых есть звезды, расположенные созвездия в виде медведиц. Людей сегодня немного, очень даже спокойно, тихо. Кто посмотрел, уже ушли, и получается сейчас в парке ходит несколько человек. Это следующая фигура из фильма тоже. Прометей. Фигуру, композицию, я вообще не понимаю. Но она такая уродливая. Это аватар. Это когда он сел на древнего ящера, которым там до него двое только оседлали, и летит собирать кланы на войну. Такая уродливая, но это ужасно. Неужели фантазии больше ни на что не хватило? Простите за мои комментарии. Это сугубо мое личное мнение. Так, здесь у нас тоже ИТ, которые сидят на развалинах. И где-то в глубине земли спрятана их летающая тарелка. Насколько я понял, вот эту длинную композицию, это солнечная система. Ну, она очень длинная и непонятная, если честно. Хотелось бы что-то покомпактнее, более выразительное. Опять же, это только мое мнение. Это хороший очень фильм, мультик даже Вайли. Романтическая история двух роботов, которые встретились в космосе. Хотя один из них должен был собирать мусор до конца своей батарейки. А другая должна была найти и подтвердить жизнь на Земле. Тоже классный фильм. Стражи Галактики. Это задняя сторона Икара. У него сложные крылья, а взгляд устремлен высоко вверх к солнцу. Так, не могу разобрать, что это такое. А, это, походу, троянский конь. Как он тут затесался, я не знаю. Но пусть будет. Сфинкс тоже был ранее когда-то. У него даже надписи все выцвели и выгорели, и все на свете. Так, это опять Вайли. Ага, ушастый. Star Trek. Капитан Спок. Пятый элемент. Лилу. Мультипаспорт. Ой, же изображение искажается, потому что подсветки очень мало, уже темно стало. Попытаюсь не трясти. Телефон. Это изображение элементов. Воздух, земля, вода и ветер. И в середине пятый элемент. Самолет летит. Это голова Гагарина в шлеме. Эту композицию я тоже что-то не понял. Это, возможно, это модуль ракеты на Земле, который приземляется.
Не могу сказать, что это конкретно. Это зона игровая для детей, и также покушать можно. Впереди у нас Ататюрк. Здесь у нас информация. Ну, почему-то не видно, как строились фигуры. И, в общем-то, и все. Там вот фигурка, это космонавта, наверное, можно в лицо подставить и сфотографироваться. Надеюсь, меня было слышно, потому что что-то у меня со звуком на телефоне, и он периодически пропадает. Это была прогулка по Сен-Парк. Фигуры из песка. Анталия. Август 2022.